Соревнования по мини-футболу среди девушек стали традиционными и проводились в Бресте в третий раз. В течение трех недель молодые спортсменки города над Бугом, стремясь одержать победу, боролись за право называться лучшими. Всего в отборочном турнире приняли участие 32 команды, из которых в полуфинал удалось выйти 17, в финал 8 спортивным дружинам. Самым юным спортсменкам турнира 10 лет, старшим 12. С чем мы столкнулись буквально 6-7 лет назад, когда мы просто уговаривали и тренеров заняться набором девочек по области, по городу. И были серьезные проблемы в том плане, что девочки не хотели заниматься. То сейчас просто, можно сказать, одним словом, бум. Среди тех, кому пару лет назад удалось проникнуться интересом к женскому мини-футболу, 12-летняя Светлана Чикатило, учащаяся средней школы номер 35 города Бреста. Увлечение к футболу у нее появилось 2 года назад. Сначала это было хобби, а после прихода в Брестский центр Олимпийского резерва по футболу оно переросло в нечто большее. Теперь цель девочки – стать профессиональной футболисткой и в будущем отстаивать интересы своей страны на соревнованиях республиканского и международного уровней. Света – нападающая, за ее плечами уже не один забитый гол. Говорит, что быть атакующим игроком сложно и ответственно. Нападающим быть – это очень тяжело. Там надо обводить всех, пытаться забивать голы, поддерживать команду. Если там какая-то ситуация, должна выбежать в защиту и помочь. Сегодня я рассчитываю на победу, занять первое место и выиграть 25-ю школу. Популяризация женского мини-футбола в Бресте в спортивных школах города дала свои результаты. Брестская область занимает одну из лидирующих позиций в состязаниях республиканского масштаба. На финальных соревнованиях, которые каждый год проводятся в столице страны, брестские футболистки занимают всегда призовые места. Но даже бронза их уже не впечатляет. Вот такие они претенциозные. Женский футбол среди учащихся школ на последнее время пользуется очень большим спросом. Очень большим авторитетом у девочек используется футбол. Очень много учащихся хотят принимать участие в этом футболе. В апреле-мае месяце у нас запланированы такие же соревнования для учащихся 3-4 классов. Самое интересное, что девочки с очень большим интересом занимаются футболом. Интерес к женскому футболу у брещан, правильнее сказать, у брещанок, с каждым годом увеличивается. Команды становятся профессиональнее, турниры солиднее. Копилка побед и достижений футболиста города над Бугом пополняется. Тем более, что в рамках проведения городской школьной лиги всем участникам турнира были вручены футбольные мячи от Брестской областной федерации футбола.